Друзья мои, всем привет! Вы в мастерской совы рукодельницы. Я хочу предложить вашему вниманию обзор брючного костюма. Костюм состоит из трех вещей. И начну, пожалуй, с брюк, поскольку это брючный костюм. Сшит костюм из искусственного шелка. Он очень мягкий, хорошо драпируется. Брюки практически прямые по всей длине. Скорее, это из разряда нарядных брюк. Поскольку я тетенька полная, то брюки люблю на резинке. Есть также подкройные карманы. И эти брюки я шила по выкройке. Обычно я показываю вам брюки, сшитые по выкройке для леггинсов, но эти брюки я шила по полноценной выкройке. Вторая вещь этого комплекта – это топ. На мой взгляд, он несколько необычный. Он выкроен как майка, но есть выточки. И в боковых швах я вставила потайные молнии. Их можно расстегнуть практически до выточки. А если их застегнуть, то будет просто майка. А можно их расстегнуть на комфортную величину, чтобы это выглядело как небольшие разрезы. Горловина и проймы обработаны одной обтачкой. По переду, сзади также и горловина, и проймы обработаны одной обтачкой. По спинке топ немного притален, есть талиевые выточки, и по среднему шву идет небольшое приталивание. Спереди топ прямой, выточки только нагрудные, талиевых нет. И третья вещь комплекта – это такой кардиган, что ли. Сшит он из шифона, но просвечивает он совсем немного. Не знаю, видно вам или нет. Причем вот эти черные цветочки, они бархатистые, а светлые – вышитые. Кардиган с выточкой. Рукав 3/4. И сам кардиган расклешенный, трапеция. Видите, какой он широкий по низу. Все срезы обработаны московским швом. Низ рукавов. Срезы по центру переда. Низ изделия. Все московский шов. И горловина также обработана московским швом. К этому комплекту я сшила нарядную сумочку. И хотя брюки и топ синего цвета,
Сумочку я шила черную. И за счет этого комплект становится совсем нарядным. Если вам понравился мой комплект, подписывайтесь на мой канал «Мастерская совы рукодельницы». Пишите комментарии, ставьте лайки. Если комплект не понравился, не пожалейте дизлайка. И напишите, что именно вам не понравилось. Мне важно знать ваше мнение. Всем пока! До встречи!